Добрый день, дорогие зрители, это я с вами Игрнаут, и это мой видеоурок, как отправить самому себе сообщение ВКонтакте. Итак, мы должны зайти до кого-то из своих друзей и найти в друзьях онлайн себя. Вот я нашел себя. И мы должны нажать кнопку «Написать сообщение». Я не знаю, или так выйдет. Нет, так не выйдет. А вот так мы можем написать сообщение, например. Привет, как дела? Когда новый Let's Play? Теперь заходим в сообщение и видим, я прислал самому себе. Привет, как дела? Скоро будет. Видите? И тут пишут, что мы самими себе написали. То есть мы можем печатать и смотреть сами, что мы печатаем самому себе. Так мы открываем диалог сами с собой и можем переписываться. Но я знаю, что этот баг не как бы мало используется людьми, но поприкалываться можно. Всем спасибо за просмотр, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйте в избранные, комментируйте. Пока!